Глава округа Андрей Иванов проинспектировал футбольный стадион в поселке Горки-2. Здесь занимаются школьники на уроках физкультуры как старших, так и младших классов. Первые классы занимаются в зале, в доме, физкультурно-оздоровительного комплекса, а на поле занимаются старшие классы с 8 по 11. На стадионе ребята каждый день по расписанию уроков, но больше двух классов одновременно здесь не бывает. Для них поле делят на две части, где дети занимаются легкой атлетикой. Кроме того, имеется и футбольная секция. Если что-то кто-то выстреливает, стараемся отдать либо Воденцова, либо, может быть, даже еще куда-нибудь повыше. Спортивной секцией занимаются дети от 7 лет. Тренировки проходят с 3 до 9 часов вечера. Также есть и любительские команды. Мы играем на область, на московскую, и играем чемпионат Одинцовского района. Вот в районе у нас в этом году не очень получилось, 5-е место заняли. А на область мы сейчас 2-е место держим. Также на стадион приходят позаниматься и поиграть местные жители. А зимой здесь проходят лыжные соревнования. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».